Пришли попробовать гимнастику в новый зал. Уже нравится? Какое чудо. Смотри, что вам там дадут. Ну, мы тоже первый раз. На гимнастике сейчас у нас заканчивается урок, а у Риты с Нелли начинается, ну, у Нелли начинается. И сейчас Рита на меня будет возмущаться, что я неправильно одела Марину, сделала ей неправильную прическу. Я тебе говорю, сейчас прям специально пойду, найду, покажу Марину и запишу на видео. 4 часа? Да. Что можно делать 4 часа? У Полины было every day 4 часа. Спасибо. Пожалуйста. Ну как так? Hello. Привет. Хай блог, что ли? Да. Да. Ну что, ты да. Сейчас выйдет Марина, ты должна оценить. Чего? Отстань. О, чудеса. Да, с хвостами. Говори. Так себе гимнастка с хвостами. Можешь... Я же и делаю, у меня получается кичка. А у меня не получается. Это гулька называется. Кичка. Кичка? Это гулька. Кичка, гулька, пельмень. Кичка. А как еще какие у тебя слова там были? Гулька, по-моему, самое правильное. Нет, в горах. С капустой, качан, вилок, вилок. Вилок, я вилки привезла. А теперь еще кичок. Кичка. А, кичка, извините. Ну это какой-то вот такой старый, вот учительница у нас ходила с кичкой. Кто в какой стадии находится, кто где шпагатики и все. Вот так мы обычно... С компьютера тест этот. Но смотри, их не было, этого вопроса не было. И я потом домой пришел, весь перелопатил тест, его не нашел. Значит, я тест не свежий. Уезжай. Люди, звоня в дверь. Я на чем попал. Мы в Агине. Для меня немножко было шоком то, что мне не дается весь тест всего объема, и я из него должен взять 50-40 правильных ответов. Они рандомно выбрали эти 50. И я раз листаю, потом клавиши скип у меня стало неактивно. Я так, не понял, что запаниковал. Как так? Почему ты молчишь? Я уже все. Но я не то, что прям крутил. Я прокрутил свой вот этот сектор своих вопросов. Ну, примерно там из 50, может, 17 прокрутил. И все, у меня встало и клавиши. И потом они уже, когда возвращаются, ты обязан на него ответить. Его нельзя. Волгограда, это мы были на... Возле родина-мать вот поднимались на вот это все. Меня очень впечатление примерял. Меня очень впечатление факелом там вот это отсутствие. Ну, я примерялся, я был ростом с большой палец левой ноги родина-мать. Я был высотой такой. Вот, а он такой нам напутственное слово дает и такой как бы говорит, хорошо все, значит, со слюньками, значит, и такой говорит: правильно, Эдуард? Как говорят у нас в ВДВ? Я такой, я. Он такой, ага. Никто, кроме нас, говорят в ВДВ. Что ты хотела, Рита? Давайте договоримся помолиться о том, что какие бы между нами споры не возникали, как бы далеко мы в своих спорах не заходили. Мы все равно поедем в Нью-Йорк. Покажи еще раз. Моника. Моника, тихо. Поехали. Росток. Кустик, деревце. Росток. Росток дерева. Росток. Цветок. А. Я погнал. Пингвин? Да. Это наша, это просто наша команда так называется. Машина? Водитель? Машина. Завела машину. Автомобиль. Окей, спасибо. Пиу. Пиу. Кнопка. Тарелка. Торт.
кусочек торта. Кусок. Один фрагмент. Кусок. Наоборот, торт. Это видеовлог? Едем в South Park Mall. Сейчас расскажу, зачем. Когда приехала, всегда думала, интересно, сколько бы на наших дверях в Украине провисел бы такой венок. Я думаю, даже внутри тамбура я бы не рискнула его повесить, только снаружи. Мне тоже кажется, что это тоже надо подкачать. Качаем. Маска очень удобный гамачок для второго подбородка. Запомним, где мы входим. Мы заходим в Белк. Нам нужно в Disney магазин, в Apple. iMac, как называется магазин? Apple. И Victoria's Secret просто посмотреть. Ищем Disney, потому что наша крестная Марина из Харькова подарила Марине сертификат подарочный. И наконец-то магазин открылся, и мы его идем оприходовать. Можно было, конечно, онлайн заказать. Не наш метод. Печалька. Аймака так и не открылся. В первую очередь должна быть счастлива мать. Тогда будет счастлива вся семья. Поэтому мы пойдем просто посмотреть. Вы со мной? Hi. Exit, enter. Так, так, клиент в масках, но на маске дают наркотики. Идите, пожалуйста. Пошли. Да всякое случиться может. Маску возьми, Марин. Пошли. Так, я в магазине Диснея. И здесь тоже наше украинское производство. Горжусь невероятно. Молодцы. А вообще запретили мне снимать. А я обожаю снимать там, где нельзя. Марина. Ой, я тебя потеряла, Марина. Ну что, ты выбрала что-то? Нет. Я взяла вот эту сумку для путешествий. Или чемоданчик. Нет? Мне кажется, они классные. Смотри, какая русалочка. Неожиданный выбор. Не грузочный? Нет, настоящий чемодан. Уверена? Да, абсолютно настоящий чемодан. Круто ездит. Покажи, как он ездит, Марин. Можно заказать рюкзачок. Ну, или что-нибудь. И выбрать нитки. И вот там вот прям вышивают. $139. Вот этот магазин один из самых шокирующих. Дубль 2. Этот магазин меня шокировал больше всего. Один. В Америке дубль 3. Самый впечатляющий для меня магазин в Америке, наверное, был American Girl. Значит, это куклы, которые стоят от 60 баксов и выше. Их там, естественно, есть коллекция. Ну, не в этом даже фишка. Понятно, что там одежда и все остальное, но у них есть здесь парикмахерские. И здесь приходят и куклам делают, вот, и по записи, и куклам делают прям прически, маникюры, какие-то педикюры. И за это люди отваливают еще по $60-100. А вот ценник есть. 110.
знаешь, вот здесь не пускают. Обожаю. Снова моя прелесть. Очень клево. Прям, смотрите, это прям кровать Деда Мороза.